В минувшую пятницу гостем вечернего шоу «Чай, котики, рок-н-ролл» легендарного радио VBC стал заслуженный артист России, обладатель 2 премий Грэмми, солист легендарного Мариинского театра, престижных Миланская «Ла Скала» и Нью-Йоркская «Метрополитен Опера» Ильдар Абдразаков. В интервью 8-му телеканалу он поделился своими впечатлениями от выступления перед приморской публикой, рассказал об опере «Борис Годунов» и о дальневосточном фестивале «Мариинский». Я очень рад приехать сюда, в этот прекрасный театр с прекрасной акустикой, с волшебным составом исполнителей. И очень счастлив, что за дирижерским пультом был и находится Валерий Абсалович Гергиев. И это огромное удовольствие выйти с ним на одну сцену и петь один спектакль. И спасибо огромной публике за теплые приемы. Вчера действительно был очень хороший спектакль, и атмосфера была такая необычная в театре. И знаете, когда музыка не звучала и на сцене никто не пел, то можно было услышать, как работает где-то вентиляция. Если бы даже муха пролетела, было бы слышно. И это очень здорово, что публика создает именно такую атмосферу в театре. Владивостоку удалось услышать его бархатный царственный голос, закрепивший за ним славу лучшего баса в мире. 4 и 6 августа в рамках 7-го международного дальневосточного фестиваля «Мариинский» на приморской сцене состоялись показы знаменитой оперы «Борис Годунов». И для меня тоже остается она значимой. И вот, наконец-то, я ее пою и очень надеюсь, что буду петь долго и долго. Международный дебют Ильдара Абдразакова состоялся в Италии, когда ему было всего 25. Художественный руководитель и дирижер «Ла Скала» Рикардо Мути назвал его своим сыном. Оперная дива Елена Образцова доверила руководство Академии музыки. А маэстро Валерий Гергиев охарактеризовал его как самого точного исполнителя вердиевского репертуара. Ильдар поделился своим секретом успеха. Очень легко, очень просто. Надо просто заниматься. Надо заниматься с профессионалами, надо заниматься с коучами. Вот здесь, на приморской сцене, сегодня находится Соболева Ирина Юрьевна. Я помню, как я пришел в Мариинский театр, и, наверное, благодаря ей Валерий Абсалович принял меня в театр. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяка, если раньше на оперу не всегда наполнялся зал, то сейчас нет свободных мест. Все спектакли проходят с аншлагом. И нас радует, что в Приморье приезжают великие певцы, мастера сцены, что есть возможность насладиться этим прекрасным зрелищем и музыкой. Анна Дьякова, Екатерина Князева, Денис Фадеев. Новости на 8-м.